Итак, ребятушки, всем привет, с вами снова Настя Лир, и мы продолжаем открывать икону. И нам пришло сообщение от Германа, давайте же посмотрим, нажав на него. Привет, Анастасия, приходи ко мне в конюшню Юрвика, как только сможешь. Невероятные вещи произошли, сейчас я не смогу сказать больше, никогда не знаешь, кто еще может прочитать. Что-то я не совсем поняла смысл, но в общем, нам нужно скакать в конюшню Юрвика, то есть это вот сюда. Короче, мы сейчас на перевозочке до Фиргреве, потом через Фиргреве мы на перевозочке до Морлонда, и от Морлонда мы пешочком добежим. Все отлично. Я просчитала наш маршрут. Вот, поэтому давайте, собственно, не будем... Мне так не терпится открыть икону, ребят, вы не представляете, я столько потратила денег уже на это. Столько раз я ночевала, это просто что-то. Я не верю, что наконец-то я смогу открыть икону. Просто ура. Просто ура, ура, ура. Счастье действительно просто безудержно. И, блин, я столько раз говорила уже это. Но как же мне нравится мой венок. Кстати, заметила, что они каждый год делают разные веночки. То есть в том году веночек был другой. Я вам, короче, позже покажу, как мы доскачем. То есть давала игра в квестах другой. Более такой, знаете, розово-голубой. А сейчас такой он красненький с желтеньким. Да, красивый, короче. И что-то не как обычно. В общем, едем с вами до конюшни Юрвика. Да, одна причина, почему я хочу икону. Вы посмотрите на этого фризика. Боже, это столько прекрасный. Я так хочу безумно его себе. Поэтому, возможно, это будет лошадка, которую мы с вами купим. Вы поняли? Да, вот он. Вот его домик. Я что-то забыла. Немножечко забыла, где живет Герман. Бывает, бывает. И да, видите эту кофту? Она божественная. Я так давно хотела эту кофту. Я долго думала, где она, но потом получила в квесте у... туристов. И очень рада. Ладно, давайте поговорим с вами с Германом. Сработало, ты получила мою смс. Он такой смешной, боже, посмотрите на него. Чё у тебя с лицом, чувак? Привет, Анастасия, как хорошо, что ты смогла прийти так быстро. У меня есть превосходные новости. Помнишь доклад господа? Точно тот, который она просила тебя отправить, но ты отдала его мне вместо этого. Я прочитала в несколько раз, даже не могу сосчитать сколько раз. И подожди, дай немного успокоиться. Не следует торопиться, когда идет речь о таких важных вещах. Я налил немного воды в чайник. Чашка горячего чая — это то, что нам нужно, когда мы должны обсуждать такие важные вещи. Ну, действительно. Я думаю, что вода закипела. Ты можешь выключить ее, Анастасия. В это время я соберусь с мыслями. Короче, нам нужно выключить. Ну, гениально, конечно. Спасибо, Анастасия. Теперь налей немного воды и оставь ее немного остыть, так что у каждого из нас будет по чашечке чая. Чай — это святое, конечно. Кстати, да, теперь мы можем крутить курсор в это обновление такое клевое, что когда нам говорит чувак, персонаж, мы можем крутить. Это очень удобно, я вам скажу. Вот. Как я уже сказала, я прочитала отчет от госпожи Дрейк, тот, который ты мне дала раньше. Я буду честен, я многое не понял. Блин, как смешно, посмотрите, как он машет руками. Прям так. Классный мужик. Как видишь, все написано довольно непросто. Есть коды, ссылки на другие документы, и везде какие-то туманные формулировки. Тем не менее, ясно то, что это что-то очень большое и опасное случится в ближайшем будущем. Есть ссылки на то, что называется операция «Черный урожай». Есть расчеты с записями тяжелой уборочной техники, агрессивное разрушение и оценка сноса города размером Ярлхейма. Я также нашел бумагу, которая описывает вакансию вооруженной консультанта по безопасности. Это никогда не закончится. Ты слышишь, Анастасия? Похоже, JD планировали что-то ужасное, но нет ничего даже напоминающего доказательства этого. Армия адвокатов и работников JD объясняют и интерпретируют все правовыми нормами. Мне кажется, Анастасия, что JD хороши в этом. Слишком хороши. В докладе нет ничего, что я могу использовать, чтобы остановить их. Не смотри так печально, Анастасия, потому что я не понимаю доклад, не значит, что кто-то другой не сможет найти ему применение.
Я послал его копии друзьям в Юрфике, и теперь у меня есть некоторые ответы от человека, на которого я надеялся больше всего. Вот почему я так счастлив. Юрфик лучший в бою против GD из всех, о ком я слышал. Тот, о ком я говорю, является Glagoi Child, тайной организации, что делает все возможное, чтобы остановить GD. Я никогда не встречался с ней, но не знаю, как она выглядит, и я не знаю, где она живет. Я знаю только ее имя. Это легендарная Мисс Икс. Ты слышала о ней? Нет, Твиттер. Позволь мне рассказать. Несколько дней назад мне пришло письмо от Миссис Икс. Она пишет, что в моем докладе GD подтверждает подозрение о том, что GD ищет что-то в селе Урожайном. Она не скажет большего в письме. Безопасность, прежде всего, как она написала. Когда я встречу ее лицом к лицу, она обещает рассказать нам больше, и тем более она уверена, что вместе мы сможем остановить GD раз и навсегда. Это должны быть хорошие новости, Анастасия. Я должен встретиться с ней как можно скорее. Тем не менее, у нее есть два требования. Я должен прийти к месту встречи сам и не должен говорить об этом никому, даже тебе, Анастасия. Сейчас проблема заключается в том, чтобы попасть туда. Это не так просто. Нужно найти место в Пони. Вы знаете, где это? Точно, это область с другой стороны забора на Грёндаль. К сожалению, там только одна дорога, она проходит через пассивные поле штормового сердца Харальда. Ворота заперты там уже в несколько лет, поэтому я не знаю, как пройти. Харальд, мой старый друг, поможет нам, если получится. Но я не смогу говорить с ним, если я не смогу пройти через ворота. Я имел в виду мы. Я не могу сделать это сам, мне нужна будет помощь. Это будет опасное путешествие, и ничего, что я старик и смогу справиться с этим сам. Так что мой вопрос, пойдешь ли ты со мной в Пон, Анастасия? Позже, конечно же, я пойду, чувак. Я ждала этого всю свою жизнь, ты чё? Хорошо, я знал, что могу довериться тебе. Я обещал Миссис Икс не рассказывать, где находится место встречи, пока мы туда не пойдем. Понимаешь? Прекрасно, потому что у меня есть кое-какая идея, я расскажу тебе. Но теперь чай должен быть готов. Можешь ли ты принести нам чашки? Ой, нам чаек вот этот. Давайте возьмем чай. Чай — это очень важно. Ах, спасибо за чай, Анастасия. Кстати, я только что заметила милую лошадку. О, это так мило. Классный домик у него, кстати. Прям мне нравится. Беленький такой, прям пум. Ну да, это была моя идея, теперь слушай. Существует секрет, ход которого приводит в Градексберген. Я не знаю, что это. Не так много людей знают об этом, но он был использован солдатами, беженцами и контрабандистами на протяжении многих лет. Если бы я только знал, где это, мы могли бы использовать его, чтобы дойти до Японы. Как думаешь, Анастасия? Как мы узнаем, где он? Подумай, это, скорее всего, будет нелегко, но с небольшой помощью наших друзей мы сможем его найти. Понимаешь, две семьи здесь знают тайные и секретные тропки. Нам нужна их помощь, и есть кое-кто, кто может получить ее, чтобы помочь нам. Это ты, Анастасия? Чё, серьезно? Я подготовлюсь к нашей поездке и постараюсь собрать всю информацию о Пони, а ты узнай, где находится секретный путь в Граденде. Не знаю, что это. Нам дали чай. Ура. Это важно. Семья Голдспур. В общем, давайте, наверное, ребят, я не буду читать все подряд, просто прочитаю все сама и в конце расскажу вам суть и что мы должны с вами делать. В общем, нам нужно скакать к двум семьям. Первая семья — это семья Ярлсон, которая находится на острове Падок, и они помогут нам избежать ловушек на пути в Пону. А другая семья — это семья Голдспур. Тоже они там что-то, короче, нам расскажут, я уже не помню что. Но сейчас будем с вами до них добираться. Вот мы уже на месте, мы приехали к семейке Ярлсон. Так, давайте поговорим с Дорит. Стой, женщина, подожди. И, Анастасия, могу ли я чем-нибудь помочь тебе в этот чудесный день? Ты хочешь знать, как обойти ловушки на этом пути через горы Грейдью? Это один из наших старейших и наиболее охраняемых семейных секретов. Ты уверена, что тебе можно доверять? Господи, конечно, мне можно доверять, это же я, что? Так, ты бы хотела знать, как пересечь горы Грейдью. Ты, наверное, уже знаешь, есть один секретный путь через горы, который, как я уже говорила, держится в секрете. Семья Голдспор знает, где находится путь, и моя семья, как пройти смертельные ловушки, которые есть на всем пути, чтобы остановить непрошенных гостей и врагов Урожайного. Я понимаю, что для тебя важно добраться до Японы, поэтому я помогу тебе настолько, насколько смогу. Информацию... В общем, корявый перевод, вообще непонятно. Ладно, давайте опять я проанализирую, потом вам все расскажу. Она рассказала нам про документ, прям такой тайный-тайный документ, который хранится в... вот тут вот, в Ярле, если я поняла правильно. Да, и нам нужно сейчас скакать к Джилл, тоже Голдспур, или, короче, к женщине, которая поможет нам найти этот документ, чтобы узнать этот секретный ход. Вот, и сейчас мы с вами скачем именно туда.
Вот это Джилл. Спрашиваешь, могла бы ты отложить документы с библиотеки здания суда? Это не то, чтобы обычно можно разрешить, но для себя мы могли бы сделать исключение. О каком документе ты говоришь? Код Ярлсон, код, который до сих пор не расшифрован, раньше принадлежал семье Ярлсон. Знаешь ли ты, что это один из самых бесценных документов, которым мы когда-либо владели? Об этом не может быть и речи. Короче, отказывается нам эта женщина давать код. Мне жаль, Анастасия, но исторические документы можно использовать только специально обученным экспертом по работе с антиквариатом. Это полностью исключено, чтобы кто-то получил к ним доступ, чтобы самостоятельно их читать. Возможно, мой брат Дамба, видимо, пустил бы вас в библиотеку, но как назло он исчез. Понятно. Я попросила его подписать целую кучу важных документов, которые должны были быть отосланы завтра утром в последний день. Если вы видите его в любом месте, могли бы вы ему сказать, чтобы он поторопился. Найди Джека Голдспор. Ну, в общем, это этот брат ее, который там тоже ходит. Сейчас он вроде... Вот он, да. Куда-то спрятался. Смешной мужик. Йо-йо, Анастасия, как тут дела? Ты видела Джилл? Я пытаюсь держаться подальше от нее, она пытается заставить меня работать. Мне кажется, это я в будущем чисто. Уходить от проблем и прятаться, чтобы тебя не заставили работать. А когда-нибудь слышала что-нибудь такое же ужасное? Ха-ха. Она хочет, чтобы я запомнил все эти скучные документы. Смотри, проверь, какие они глупые. Упс. Ну, короче, еще и криворукие. Точно, это я отвечаю. Упс, все эти важные документы сдул ветер. Кошмар, мы ничего не сможем с этим поделать. Хочешь поиграть в видеоигры, Анастасия? Ты хочешь попасть в старую библиотеку? Зачем? Там нет ничего интересного, просто старые книжки и бумажки. Хочешь пойти туда, и Джилл не разрешает? Хорошо, конечно, я тебя пропущу, подруга. Может быть, ты могла бы помочь мне. Круто. Все эти скучные документы, да? Джилл будет очень сердиться, если я не подпишу их. Можешь помочь мне? Пожалуйста, я обещаю, что пущу тебя в библиотеку, если ты поможешь мне избежать ее недовольной физиономии, когда она придет. Поможешь? Супер, вот, возьми эту классную ручку, она просто супер, ха-ха. Ой, мама, это будет сложно. Что ты уже закончила? Отличная ручка, да? Угу. Что ты можешь сделать для меня? Пожалуйста, отлично. Видишь, все, кто живут в этом городе, имеют массу мнений о том, что я должен делать. Я стараюсь слушать как можно меньше, но я обещал Джилл, что буду чаще встречаться с жителями лично. По-видимому, это важно для моего образа, и я согласен. Кто не был бы так счастлив встретиться с такой легендой, как я? Точно я отвечаю. Но у меня нет времени, у меня тонна важных дел. Знаешь, Мэри, может быть, ты могла бы сделать это для меня? Ты можешь, пожалуйста, здорово. Надеюсь, как только все сделаешь, я разрешу тебе зайти в библиотеку. Короче, нас с вами, ребята, эксплуатируют по полной. Джек очень ненадежен, как ты знаешь. Не думаю, что он хотел бы тебя обмануть. Вероятно, он просто заскучал. В любом случае, я думаю, что... она мне разрешит взять документ. Вот отсканированная копия кода Ярлсон, которую ты искала. Возьми ее с собой к Дорит. Поговори с Дорит Ярлсон на острове Падвика. Отлично, мы это сделали. Теперь мы с вами скачем к Дориту.